В Караганде придумали новый вид спорта – национальное троеборье – ушкурес. Авторы этого вида единоборства подали заявку в агентство по делам спорта. Вполне возможно, что уже совсем скоро ушкурес признают полноценным видом спорта. Троеборье основано на древних традициях казахских батыров. Соревнования проводятся в три этапа – единоборство на мечах, затем на кинжалах и в завершение – рукопашная схватка. Правда, в современном варианте холодное оружие заменили безопасными аналогами. Вместо железного кинжала используют каучуковые ножи. Сейчас новый вид спорта набирает популярность среди детских дворовых клубов городских окраин. На первом соревновании представлено всего 20 спортсменов. Организаторы отмечают, что троеборье требует хорошей физической подготовки, а значит, будет интересно состоявшимся спортсменам. Совершенно новые правила, они собраны из правил самбо боевого, из правил рукопашного боя, из правил фехтования. И самое главное, все эти правила из правил батыров, которые раньше сражались и отставили честь казахского народа. Вид спорта, он как бы возрождает просто традиции батыров.